Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, наступил тревожный, волнительный момент. Вот здесь, на этом самом месте, несколько дней подряд мы проводили очные туры кастингов. И пришло время объявить результаты кастинга на мюзикл «День влюбленных». Мне очень жаль, что я не могу взять всех. Правда, очень жаль. И начну объявлять результаты с прекрасной девушки, которую зовут Наталья Булыга. Наташ, вы не проходите в мюзикл, но в наших сердцах, особенно в моем, вы оставили глубочайший след. Вы очень талантливый человек. Я от всей души желаю вам только успеха, только всего хорошего. И знаете, вот я чувствую, что мы с вами еще встретимся. И чтобы это ожидание не было таким томительным, вот у меня пригласительный на спектакль нашего театра. Он без даты, без названия. Вы выберете, когда вам удобно, на спектакль, который вы хотели бы посмотреть. И мы вас приглашаем, пока, я думаю, в качестве зрителя, а там, как сложится, все возможно в этой жизни. Наташа, спасибо, что были с нами, и мы вас ждем на спектакле нашего театра. Сейчас хочу сказать о трех прекрасных девушках. Анастасия Рыжикова, Виктория Дадуладенко и Дарья Байдак. Если ты борешься со мной жизнь, я совсем перестану петь. Девочки, вы сейчас студентки. Я вам предлагаю следующий вариант. Оканчивайте высшее учебное заведение, получайте дипломы, и в конце этого сезона, весной, мы ждем вас на прослушивание. Я почему-то уверена, что с вами мы еще можем поработать как с актрисами нашего театра. Сразу скажу, есть еще один человек, о котором мы до сих пор спорим, у нас идут споры. Мы не приняли окончательное решение, так что вполне возможно, даже после этого ролика у нас появится еще, как это, после сказанного, еще появится один кандидат, которого мы пригласим в мюзикл. Пока я хочу сказать об участнике первого тура, очного. Это Илья Иванов. Но верят упрямо и люди, и птицы, что с новой весной это все возвратится. Илья, мы хотим дать тебе шанс поработать у нас в театре в качестве актера. Мы приглашаем тебя попробовать свои силы и поучаствовать в нашем мюзикле. Но сразу говорю, Илья, все будет зависеть от того, насколько ты сильно сам этого хочешь. Нужно очень много работать. Очень много. И победитель нашего кастинга – это Валерий Дербуш. Валерий, мы ждем вас в качестве артиста-вокалиста нашего театра, и в мюзикле для вас уже готова роль. Друзья, я очень благодарна всем, кто был с нами, всем, кто присылал заявки, всем, кто по каким-то причинам не смог попасть в очный тур. Я очень рада знакомству с каждым из вас. Вы талантливые, вы удивительные, вы потрясающие. Дерзайте. Удачи, вдохновения. У вас все получится. Всего доброго.